Здравствуйте, меня зовут Гриша. Сейчас расскажу вам прогноз погоды на 28 октября. В Барнауле ночью минус 5, днем плюс 3. В Белокурихе ночью минус 9, днем плюс 4. В Горно-Алтайске ночная температура минус 3, дневная плюс 3. Теперь ознакомимся с погодой в нашем городе. В Бийске ясно. Ночью минус 7, минус 9. Днем плюс 2, плюс 4. Много пережившая кошка-мышеловка смелая и умная, ласковая, ловкая, ищет дом с хозяином, добрым и заботливым. Но отлично знает кошкину работу. Кошка стерилизована. Ей около 8 месяцев. Звоните в преданность, чтобы взять ее. Телефон 8-903-912-27-75.